сделали рентген и показали, какое искривление позвоночника. 15-летняя Рада мечтает увидеть как можно больше городов России. Но пока что девушка может себе позволить только короткие прогулки от школы до дома. Я быстро устаю. Ходить на большие расстояния тяжело. То есть 30 минут похожу, и уже тяжело. Начинается отдышка, колет в боку. И сидеть, неудобно. Рада воспитывается бабушкой и дедушкой. Именно они 6 лет назад заметили, что внучка неправильно сидит за столом, часто жалуются на боли в спине, а на уроки физкультуры и вовсе отказываются ходить. В больнице поставили диагноз – сколиоз. Второй степени, потом первой степени. Думали, что на поправку идет, но получилось так, что поправка не была никак, не справлялась. И нас отправили сюда, в ортопедический центр. Сейчас девочке необходимы ортопедические корсеты, ортезы стоп и множество занятий с инструктором. Если начать сразу принимать меры, то ее сколиоз вполне можно остановить, достаточно успешно скорректировать, и, соответственно, она будет дальше вести абсолютно нормальную жизнь. Лечение обойдется почти в 700 тысяч рублей. Семья ищет помощи у неравнодушных. Помочь может каждый, отправив смс со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.